Что в моей новой ванне? Всех приветствую на своем канале. Это Люля, ну и как бы вот моя новая ванна. Как он там? Тур по ванной. Здесь у нас полотенечко для рук. Тут у нас 4 крючочка. И иногда тут висит халатик банный. Вот здесь у нас полотенечко от Ифраше, красненькое. Так, камера и передает, кстати. Для головы. Здесь у нас полотенечко. Тоже от Ифраше. Пестренькое. С морскими ракушками и прочей требухой. Для тушки. И у нас вот этот змеевик. И самое прикольное в этом районе летом. Ну, когда, в общем, не зима, и отопление во всей квартире и в доме отключается, отопление остается только в ванной. В общем, у нас тут потолок панельками сделан. И лампа, которая, как мне сказали родственники, будет гореть 30 лет. Если ее 30 лет, короче, включить и не выключать, то вот она будет 30 лет гореть. В общем, тут у нас панельками сделано. Вообще ремонт мне делали мои добрые зятья, то бишь родственники, то бишь мужья моих сестер двоюродных. Вон там у нас вот видно эта фигня, которая вот на кухне такая же фигня бывает. В общем, здесь у нас полотенчика для лица. Да, вот мы решили в итоге, что трубу лучше не закрывать, но мало ли чего. В общем, труба, единственный минус жития на первом этаже, что вот иногда сверху сливается вода, и это слышно. Но я уже как-то привыкла. Тут у меня, значит, это шваберка. Вообще-то шваберка моей тети, старенькая шваберка. Но я купила себе новенькую, но такая шваберка, она, короче, это у меня и дня не прожила. Хреновенькая шваберка. Здесь у нас счетчики на воду холодную и горячую. Совочек, ёршик, чтобы мыть унитазик. Это кошачий лоточек. Коврик для этого самого. Ну, короче, ванный такой коврик покупала я. Вот тут этот сидушка на унитаз с цветочком лотосом. Сейчас я буду в зеркале. Тут у нас зеркало. Это я сама покупала, кстати, вот этот вот. Ну, вот этот вот зеркало, вот набор, короче. Вот сейчас будет как раз эта вода литься. Вот здесь у нас зубная щетка в стаканчике. Я вот не знаю, этот стаканчик чисто под зубные щетки, или можно в него наливать воду и полоскать ротик. А здесь у нас мыльца. Кстати, мыльца чистой линии, подарок от моей подписчицы Лёльки, которая живет в Тюмени. Там вот другое мыльце, но это просто остатки мыльца тоже от Лёльки из чистой линии. Вот то было с маслом розы, а это с маслом персика, кажется. А, нет, масло, здесь масло клубники, а тут масло розы. Ну, там вот оно осталось, я им так иногда мою, там, может, домыливается. Просто как-то не знаю. Рука не поднимается выкинуть. Да-да, я скопидомок. Тут у меня супер дешевая паста. Каждый день марки Ашановская, Атаковская, зубная паста для всей семьи. 100 миллилитров купила, потому что она для всей семьи, то бишь тут ребенок нарисован, у меня же зубы-то как раз вот ребятячие. Здесь у меня, хоть он уже был в пустых баночках, но он до сих пор никак не закончится. Классно, очень скраб, но, конечно, его не 5 минут каждую ногу тру, он меньше. Green Mama, формула тайги, скраб для ног, тысячелитник и вулканическая пемза. Это мне подарила как раз вот тоже подписчица Лёлька из Тюмени. В общем, тут уже 3 вещи от Лёльки. А вот это Биоре скраб для умывания. Сукинке Биоре. Что-то у нас тут. Пау. Да. Сукурабу. Т. Да или что-то в этом роде. Короче говоря, как я говорила, скраб для умывания, скраб для лица Биоре, или Биоре, не знаю, как правильно ударение. Это японский скраб, привезенный из Японии. Алена, у которой канал о путешествиях, она вот недавно мне прислала, я делала обзор как раз посылки украинской косметики с Украины. Короче, Алена из Украины, которая ездила в Японию, вот она мне купила и послала мне потом вот. Он, слушайте, он не полный на самом деле, он просто вот как-то вот надулся, но он уже вот у меня с начала января, с начала ноября прошлого года, он до сих пор никак не закончится. Очень экономичный вообще дофига. Тут у нас новая совершенно. Кран, вот именно такой я хотела ванну кран, чтобы он вот так вот поднимался.
вправо холодная, влево горячая. Вот тут у нас такая вот картинка. Скользкая керамика. Тут у нас это такая полочка, ящичек, да? Дернешь за веревочку, дверь откроется. Да, вон там вот видно веник. Пластиковый веник, я тогда его покупала у нас. Ну, он не знаю, как сейчас называется. Короче, магазин «Черный кот» в Угличе, бывший в центре. И мы там с подругой, я вот хотела веника, она увидела такой, говорит, к нему как раз вот тот совочек был. Говорит, вот, говорит, смотри, такой прикольный веник. В итоге я купила этот веник. Да, вот тут у нас из-за того, что там трубы и вот это... Шкафчик, короче, не может из этого подойти близко. Вот так вот сделано, как вот вы видели, там вот такая полочка, тут вот эта раковина. И, короче, в общем, там как бы в стенку-то оно не упирается. Здесь у нас от горячей, от холодной вот эти провода. Вон там синенький такой переключатель на и шланг такой серый идет от стиралки. Тут у меня освежитель воздуха. Средненький, кстати, такой освежитель воздуха. Надо долго прыскать, чтобы засвежала. Губочка, которой я тут мою, допустим, раковину или ванну. Совочек, которым я выкидываю то, что сделал котик. Благо, у нас древесный наполнитель. И там на пакете даже магнитик, короче, продается такой этот. Tomcat или как-то так. Он древесный, сосновой опилки. И написано, что его можно смывать в унитаз. Действительно, его можно смывать в унитаз. Короче, тут у нас тирет-гель на случай засоров. Внизу у меня сейчас лежит соль. Так как у меня нет сейчас соли для ванны, что-то я никак не могу ее купить, то я вот вчера буквально купила в магните соль морская, sea salt, натуральная пищевая, 1 килограмм, 42 рубля, насколько помню. Ну и, в общем, я ее добавляю сейчас просто в ванну. А здесь у меня стиральный порошок, который, вот как купили мы этот пакет, как только я стиралку завела, так он все еще есть. Хоть его звать-то. Короче, какой-то стиральный порошок, и в нем вот алюминиевая ложка, и я вот этой ложкой накладываю. Ой, блин, встать бы еще. Ложкой, короче, накладываю в раздел, коврик загнулся, для порошка в стиральную машину, чтобы что-то постирать. Тут у меня ванна, да? Да, да, вот у меня тут новая буквально. Вообще мне ее года полтора назад подарила, как бы на новоселье, но вот случилось въехать в эту квартиру, вообще продать ту, купить эту уже в этом году. Это у нас бритва Gillette с гелевыми подушечками. Мне очень нравятся гелевые подушечки. Вот такой формат вообще бритвы на присоске. Мне ее подарила моя подруга на день рождения, ну, в общем, Маша. Спросила, что мне надо, и я вот ей сказала, что я хочу. Короче, вот так вот тут душ. Можно повесить его, опустить, поднять. Можно в руку взять. Тут, по-моему, горячая, тут холодная. И здесь у меня как бы, да, вот, так как ванна немножко, ну, там небольшая такая щелочка была, или как-то так. Короче, вот родственники решили, что лучше вот так сделать, да. Из той квартиры у меня здесь только вот эта досочка. Вот этот тазичек и вот эта кружечка. Это вот из той квартиры то, что осталось. В общем, здесь у меня гель для душа, который я использовала даже один раз как пену для ванн. Потом в пустых баночках про него расскажу, но на самом деле он нифига не... Конечно, концентрированный, но там не капелька. Там так сделано, что эту капельку очень сложно просто капелькой сделать. Там очень много выливается на самом деле. И как бы... Не суть важна, ну нету сути того, что если бы он концентрированный, хватило бы его на дольше, потому что, чтобы была пена и нормально вы промылись этой губочкой, с пенкой вот этой, надо побольше наливать. Тут у меня пена Эйвен, которую я частично использую как гель для душа, потому что она мне нравится просто по аромату. Ну и у нее срок годности в этом году заканчивается, я еще когда ее покупала, короче, когда была еще представителем Эйвен. Тут синенькая штучка. Покупал ее, потому что, ну, короче, вот, чтобы была вот эта затычка. Ванну, чтобы я могла принять ванну. Тут, прикиньте, вот это как-то она, вот, необычная такая ванна. Хотя вот у Пенька я была в гостях, у нее ванна, ну, подписчица своей была в гостях, у нее ванна с дырочкой в боку. А тут вот просто она пониже и как бы пошире. Ну, и вот эти вот поручни, ну, не знаю, как они, поручни, не поручни, бережка, короче, этой ванны, они как-то вот такие удобные.
Вот этот вот шампунь у меня вообще до недавнего времени я им пользовалась. Это у нас Avon Naturals с витаминным комплексом 2 в 1. С ароматом цветка лотоса и базилика. Да, кстати, вот такой он слегка фиолетовый, очень вкусный такой аромат у него. Просто божественный. И неплохой шампунь, хорошо промывает волосы. Можно даже мыть, пользовать, использовать его раз в 2 дня. Это мне тоже подарила подписчица Лёлька из Тюмени. Тут у меня, короче, вот так они стоят. Здесь у меня вот этот крючочек, ну, еще было таких 3. Получилось так, что остался только 2. В общем, крючочек, я приспособила его в ванну, мне подарила его бывшая соседка по моей бывшей работе. И вот тут вот эта мочалочка, я не помню, кто конкретно, в общем, кто-то мне из подписчиков, кажется, одну мочалочку дарила Лёлька из Тюмени, по другую, другого цвета дарила тоже таким шариком Лена из Минск, Москва, тоже подписчица. Короче, в общем, это подарок тоже подписчиков получается. Тут у нас вот это вот, значит, шторка. Сейчас она вот сюда вот так убрана. Да, вот тут вот получается, что такой разъем. Ну и, в принципе, в общем, туда вот удобно убирать шторку. А вот здесь этот шланг, так как у нас стиральная машина стоит, ну, так как вместо раковины стоит именно раковина, а не стиральная машина, то выход воды идет именно в ванну. Ну, в принципе, я не считаю это проблемой. Просто, когда я принимаю ванну, я не включаю стиралку. А когда я принимаю душ, то как-то это меня не напрягает. Если вдруг стиралка включена. Ну и здесь у нас такой вот экран розовенький. Горбушкин сказал, что я должна залезть под ванну. Под ванну на самом деле я не влезу. Но я могу это сдвинуть и показать. Тут у нас вот этот вот, ну, забыла, как это называется, вантус. И когда мне подключали стиралку, то, в общем, как-то там не рассчитали. В общем, шланг у меня тут слегка длинный. Так вот лежит этот шланг. Я считаю, что очень уютненько. Вот здесь у нас, короче, стиралка. В стиралке у меня лежат шмотки, которые потом будут стираться. Стиралка у меня на 4 кг. Да, вот. 4 килограмма, класс А. Стиралка Индезит. На ней вот эта вот клееночка. Думаю, что очень так уютненько. Вот тут у меня куча всяких этих функций. Я, правда, не все еще использовала. Ну, слушайте, как это классно, когда у вас есть стиралка автоматическая. Ну, сейчас она, конечно, выключена. Ох! Вот она. И здесь у меня тазик. Вообще у меня тут стоит или 2 тазика, ну, сейчас один тазик занят, или один тазик. И в нем что-нибудь, ну, иногда я делаю отвары для волос, чтобы окачивать волосы, потому что вот, ну, как бы в этой квартире вот это очень низко стоит, и как бы надо очень сильно извлачиться, чтобы из-под крана мыть голову. Поэтому я обычно снимаю шланг и мою вот, ну, над ванной, и иногда делаю отвары, и окачиваю, процеживаю эти тазики из кастрюльки, кружечкой этой набираю и окачиваю волосы. Хотя в последнее время я вот за шторкой моюсь сначала тушку, потом голову, или наоборот. И, в общем, здесь у меня вот так получилось, что сейчас лежит только вот эта кружка в этом тазике. Вот этот вот бальзам от замечательной украинской фирмы Эльфа, который мне подарила Алена с Украины, вот как раз та самая, которую вот эту пенку Биоры подарила. В общем, тут вот у меня бальзам, и я сейчас пока пользуюсь только, вот именно тестирую вот этот вот пару. Вообще, эту украинскую эльфу, мне она, кстати, сама вообще эта эльфа украинская нравится. Не только по названию. Ну и, в общем, здесь вот у меня сейчас пока стоит вот это вот бальзам и вот этот вот шампунчик. В общем, вот что у меня в моей ванной, люди. Не знаю, как вам, а мне так очень уютно. Еще раз сейчас я вам сделаю как бы такой обхват территории. Ну и всем спасибо за просмотр и всем пока!